бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Я вам недавно объявление в газету дала. Как ваше объявление? Молодая. Уже ложь. Молодая, страстная, на все согласная, ищет своего принца. Позвони, научи меня плохому. Вот. 75 лет все плохому не научит ее никто. Хорошим только до этого учили. Правда, Матрён, я телефон твой дала. Может, я надеялась? Да что? Вдруг кто-нибудь доклюнет. Да что это? На красивую девушку за 30. За 30 это возраст или цена? Ничего ты, Матрён, не понимаешь. Может, я хочу найти себе бомжа? Что, с ума сошла? Кого найти? Не знаешь, как переводится бомж? Бомж. Мне вчера Анфиса Чехова обестила. Бомж – это богатый, образованный, молодой жених. Бомж. И по-модному, бомж. По-модному-то. И что? Я вчера себе такого нашла. Иди ты. Рядом со мной, за столом. Валялся. И что, Что, увидал меня? Сразу приставать надо. Ну, стесняюсь спросить, как говорится, взял он твою крепость-то, нет? Да нет, ну так прошелся по окрестностям, а? Пару сторожевых башен сломал. Флаг сорвал. Очень хорошо. Он знаешь что? Он бухгалтер, фирме работает. Бухгалтером. Бухгалтер, милый мой. Хорош, ты стесняюсь. Я прям вся гору, как вулкан гору. Гляди, как у меня сердце бьется. Он же руки трясутся. Ты что, с бодуна, что ли, цветочки? Я не пойму. Знаешь, что мне сейчас нужно? Чего? Вот гляди, все у меня есть. Дом есть? Ну. Коров есть? Ну. Кровать есть. Двуспальная. Ну и что? А я одна. Вопрос. Что, нужно бабушке цветочку? Раскладушку, что ли? Пришел раскладушку. Мне нужен он. Большой, теплый, светлый. И чтоб мы каждый день нежные слова говорил мне. Телевизор, что ли? Ну ты тупая. А что ты делаешь-то? Чё объясняю. Тебя? Ну? Две руки, две ноги, посередине гвоздик. А есть 90-60? 90-60-90. Мое давление по утрам. Возраст участниц должен быть не старше 20. Мне вчера исполнилось. Сколько? 19. Ну, с хвостиком. Лучше поспорим, что я раньше тебя пенсию получу. Как ты ее раньше это получишь? И ты выше этажом меня живешь. Ко мне сначала почтальон придет. А я на улицу выйду, чтобы встретить его. А я тогда выйду встретить его на трассу. На трассу? Да. Опять за старое? Ну иди, выходи на трассу, давай. Иди там пей самогон с этими скамазистами. Я вам лучше чайный гриб попью. Ну и пей свой чайный гриб. Тебе ж без разницы, что пить чайный гриб или пояс из собачьей шерсти. А не надо было мне в банку пояс из собачьей шерсти засовывать. А не надо было со мной спорить, что я тебе в банку пояс из собачьей шерсти не засуну. Тома, я из-за тебя 3 года пояс из собачьей шерсти пила. Я думала, у меня волосы на языке начали расти. Я чуть с ума не сошла, начала брить язык себе. Я сейчас тебе, знаешь что? Да. Я тебе сейчас язык твой поганый вырву. Скоро не будет у тебя подружки-то. Ой, ты что, похоронные скопила, что ли? Будешь одна тут сидеть на лавочке. Да ты как мэр наш. Ты все только обещаешь. А у самой вон морда в платок уже не влазит. Все шире и шире, шире и шире. Тьфу на тебя. Я скоро стану молодой, красивой. Я таблеток купила, БАДы называются. А? БАДы купила, вот. А? Ем их и молодею. Я скоро такой стану молодой, найду себе фрилансера из коворкинга. Спрошу у него, что это значит. На кой тебе эти БАДы сдались вообще, а? Да как на кой-то? Я хочу эту у Петровича увезти у Ленки Владимировны. Ой. Зачем такая гадина дядь Миш по голове стукнул?
Я больше не буду. Ему больше не надо. Будто не знаешь, что зависть злобу порождает, злоба в ненависть перерастает. Где лезть, там ложь. На самый святой замахнулась, на дружбу нашу бескорыстную. Я ж не со всей душой, можно сказать, с превеликим уважением, тварь. Канализация. Чего? Канализация. Воздух тяни и внятно скажи. Как нализалась я. Вот, теперь правильно. Главное, сама худющая, а бутылку сам больше уберет. И как только подняла, пьет. Я когда молодая была, штангу поднимала. 300 килограмм. Да не ври, какие 300? Я поднимала! 300. Трехрамбал, что ли? Поднимал я! Это же бочка 200 килограмм. Я поднимала! Всю жизнь врешь! Я поднимала! Врешь всю жизнь! Я поднимала! Врешь! Правда, не подняла! Вот именно! Ну почему ты не сдержалась? Ну почему вот ты вот почему ты ее пьешь все время? Ну потому что она жидкая. Была бы твердая, я бы ее грызла. Словно я роман с продолжением пишу, знаю. Знаю точно, где мой адресат в доме, где резной палисад, где же моя темноглазая, где Вологде, где Вологде, где в доме, где резной палисад, где же моя темноглазая, где Вологде, где Вологде, где в доме, где резной палисад. Thank you.